Остапов родился 6 апреля 1924 года в селе Новоселье, Псковской области. С июня 1941 года служил в Красной армии, окончив ускоренный курс Любельского пехотного училища. С сентября того же года на фронтах Великой Отечественной войны. Командир 102-й отдельной разведывательной роты, 152-я стрелковая дивизия, 46-я армия, 3-й Украинский фронт. Старший лейтенант Евстафьев отличился в боях при форсировании Днепра. В ночь на 19 октября 1943 года рота Евстафьева переправилась через Днепр и установила систему обороны противника. Ценные разведывательные сведения сообщили штаб дивизии. Во время возвращения были обнаружены противником и атакованы. Приняли бой, захватили небольшой плацдарм и стойко его удерживали до подхода подкрепления. Во время боя Георгий Евстафьев уверенно командовал ротой. Был контужен, но поле боя не покинул, продолжая руководить боевой операцией. 1 ноября 1943 года Евстафьеву присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в армии, окончил высшую разведывательную школу, проходил службу на территории Венгрии и Чехословакии, а с августа 1955 года на Сахалине в составе 15-й армии ДВО.